Да нет, в принципе, скоро наладится. Наладится погода, потому что, ну, не может быть такого, чтобы, в принципе, она не наладилась. Почему? Да потому что это Сочи, семья. Всем привет. Краснодарский край. По-любому наступит время, когда она наладится. И это будет самое ближайшее время. В Сочи же тоже должна быть зима, правильно? Должна быть зима. Но она скоро закончится. И будет что? Правильно. Лето. Лето. Дорогие друзья и зрители нашего канала, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать колокольчик, потому что это наше с вами общее дело. И мы развиваем этот канал, и мы с вами огромные и большие молодцы. С вас развитие канала, с меня лучшие цены. Меня зовут Дмитрий Александрович, кто не знаком, я являюсь консультантом по подбору недвижимости в городе Сочи. Также я могу вам помочь с ремонтом и со строительством, ну и сдать, либо снять для вас квартиру. Ну, либо взять вашу квартиру в доверительное управление, либо иной объект недвижимости. Все цены есть в описании к данному ролику. В данном случае мы с вами сейчас приехали, мы находимся на улице Трубачева, дом 26. Очередную квартирку 53 квадратных метра мы берем здесь с Романом Николаевичем под ремонт. Да, будем делать причастовой и чистовой ремонт. Эту квартиру помогали покупать не мы. Эту квартиру собственник купил самостоятельно. Но, тем не менее, на ремонт зайдем сюда мы. И, соответственно, вы будете наблюдать за всеми этапами ремонта. Я напоминаю вам в самом начале видео, что мы держим нижнюю планку по цене в городе Сочи. Она составляет 15 тысяч за метр квадратный. Это уже полностью под ключ предчистовой ремонт вместе с материалами. Что туда входит? Еще раз подчеркиваю. Черновая электрика по ГОСТу вся абсолютно, да. То есть черновая сантехника, штукатурка, шпаклевка, демонтаж старых перегородок, если это, допустим, какой-то вторичный фонд, либо первичка, и вас не устраивают те или иные не несущие, подчеркиваю, перегородки. И возведение, соответственно, новых перегородок. Мы это делаем, как правило, из блока. Ну, если вы захотите, чтобы мы сделали это с гипсокартона, мы сделаем, да. Вот, и, соответственно, вы отдельно оплачиваете натяжные потолки, трассу кондиционера, ну, межкомнатные двери, господа, если их очень много, я советую всегда, чтобы это делали профильные специалисты, чтобы вы в любую секунду могли позвонить, набрать их, они приехали, вам их начали регулировать, эти двери, да? Ну, в принципе, одну-две двери мы можем поставить без проблем. Вот, поэтому весь этот комплекс, так называемый white box, господа, тут также входит стяжка пола и теплые полы. Водяное отопление в случае, если вы отоплитесь от двухконтурного газового котла. Да? То есть в любом случае мы за это дополнительных денег не берем. В чем наше отличие от наших ближайших, скажем, партнеров, конкурентов, в кавычках? Да? Тем, что у нас нет, господа, никаких допов, никаких. Не бывает такого, что мы сказали, Саван Николаевич, что стоимость ремонта составляет 15 тысяч за метр квадратный, а потом вдруг оказалось, что надо доплатить еще 150 за это и за это. Такого не бывает. Полностью white box, даже если мы не укладываемся где-то или еще что-то, это уже наши проблемы. Сработаем мы ноль или в минус, заработаем мы, грубо говоря, там 30 тысяч рублей вместо запланированных 100 тысяч рублей. Это уже наша головная боль абсолютно. Вывоз мусора, доставка, уборка, разгрузка, это все, господа, за нами. Вы получаете наичистейший, вот понюхайте, наичистейший white box, господа. Ну и дальше 8 тысяч рублей у нас стоит чистовой ремонт. Чистовой ремонт. Вы покупаете материалы, любые, какие вам нравятся, любую плитку. 1000 рублей за квадрат, за 500, за 5000 рублей за квадрат, ламинат любой, кварцвинил, да все, что вы, господа, захотите, собственно говоря. Обои, выкрасы стен, как вам, вот, что называется, по кайфу. И мы, соответственно, делаем. То есть материалы чистовые за вами, а чистовой ремонт за нами. Он стоит 8000 за метр квадратный. Мы держим самые низкие цены по городу Сочи. Да, может быть, какие-то отдельные личности могут себе позволить делать чуть-чуть дешевле, но у меня большие сомнения насчет качества этих работ, сроков и ответственности и так далее. У меня таких людей нет. Я знаю, что у нас лучшие цены в этом городе и, в принципе, очень хорошее качество. Ну, не хуже, чем у наших ближайших, если можно так сказать, выразиться, конкурентов. Ну, мне слово «конкурент» не очень нравится. Партнеры нет, конкуренты нет. Ну, коллеги, да, пускай будут коллеги. Вот, вот такая вот история. Все, что касается, если у вас есть земельный участок, если у вас есть желание построить дом, то на сегодняшний день 60 тысяч за метр квадратный, пожалуйста, дом 100 квадратных метров полноценный, там вам обойдется в 6 миллионов рублей, соответственно. Дальше уже по метражу считаете без проблем. Все, я переворачиваю сейчас, собственно говоря, и вам показываю, куда мы приехали. Так, вот такой вот у нас дом, это статус жилое помещение. Вот наш адрес, наша квартира, куда мы заходим на ремонт. Вот это, господа, 53 квадрата. Ниже ребята, кстати, делают ремонт, такая же планировка, вот их номер. Не знаю, можете для прикола набрать, пожалуйста, мне не жалко, спросить. Я заходил к ним, разговаривал, спросил, сколько стоит у вас, ребята, ремонт. Да, вот просто поговорил с ними, сказал, сколько стоит у вас ремонт. Ну, как бы вы понимаете, да, ремонтники в основном они берут за работу. Вот, они говорят, пятнашка.
Ну, они так говорят, ну, там, пятнашка. Ну, пятнашка, как бы, это, как правило, когда, ну, пятнашка, ну, бывает там не пятнашка, там, а двадцатка, там, или еще что-то. Но это без материала, вы должны понимать, да? То есть это без материала, поэтому тут нужно, как бы, понимание иметь, во что это, как бы, может быть, пятнашка вылезет. Может быть, не во что, а может, во что-то и вылезет. Вот, собственно говоря, вот такой вот у нас дом. Рядом, что у нас? Ну, такие же тоже здесь ЖПшечки, апартаментики, частный сектор. Ну и, собственно говоря, вот они фрукты, даже отсюда их прекрасно видно. Транспортная доступность хорошая, рядом, в принципе, вся инфраструктура, то есть сама локация великолепная. Поэтому, в принципе, мои поздравления нашему, собственно говоря, заказчику, что он купил здесь квартиру. Вариант хороший. Между прочим, мы с этим заказчиком работали. Работали, плотно работали, хотел он у нас покупать тоже квартиру, хотел покупать дом, но в оконцовке как бы купил самостоятельно квартиру и купил с ребятами, с которыми работал еще год назад начинал. Раньше, чем с нами, он начинал подбирать с другими ребятами. Он со мной посоветовался, честно мне сказал: Дим, ну я еще с ребятами год назад тоже выбирал, спасибо, что помогли, но вот я хочу, вот может быть, с ребятами купить в этом доме. Я говорю: да, конечно, то есть, ну все открыто, все прозрачно у меня со всеми абсолютно, то есть с клиентами. Да, конечно, говорю я, вопросов никаких нет. Он говорит: но я как бы, так как ты тоже много времени потратил на подбор и так далее, да, все, я ездил, снимал для него объекты. Он говорит: я зайду как бы с вами на ремонт. Я говорю: да, пожалуйста, не вопрос, хочешь, есть у тебя желание, заходи на ремонт. То есть я не настаиваю. Он говорит: да, да, есть. Ну, вот такая история. То есть вы понимаете, да, что если бы отношения были испорчены, было бы какое-то там недоверие или недопонимание, такого бы не произошло, да. Он бы нашел других ребят, ну, спрятался и даже не сказал бы мне. У меня со всеми открыто, прозрачно, со всеми по-простому общаюсь, поэтому вопросов нет, все открыто, сработали. Ну, мы сошли на ремонт. Хорошо, хорошо, сделаем, значит, ремонт. Давайте поднимемся. Роман Николаевич на самом деле уже нас ждет. Он уже там 2 часа, собственно, с заказчиком фантазирует, как, что. Ну, мы вместе пофантазируем. Сейчас я вышел подводочку снять, и сейчас мы с вами пойдем посмотрим. Дорогие друзья, у кого есть необходимость, кто любит там всякие социальные сети и так далее, Рутубы, Ютубы, Яндекс.Дзен, и все ссылочки есть в ролике под описанием к данному видео. Вот. Вы всегда можете по любым вопросам набрать мне по номеру телефона, который вы видите в левом нижнем углу экрана, и проконсультироваться. Но в основном люди ко мне обращаются, вы прекрасно это знаете, по ту сторону подъезда, для того, чтобы получить лучшие цены на недвижимость. То есть, если вы хотите, может быть, какой-то дом, где-то его увидели, в каком-то ролике или где-то в объявлении, у вас фейк, не фейк, вы сомневаетесь, наберите мне, я вам скажу, фейк, не фейк. Если дом на продаже, я вам этот дом продам. Все, продам и все. И вы этот дом получите, но получите его по цене дешевле, чем вы его увидите. Допустим, увидите его за 20 миллионов, значит, я продам за 19500, там, за 19800, за 19700. Ну, короче, скидка будет максимальная, что я смогу сделать, я сделал. Также квартира. Если вы квартиру от застройщика хотите, она стоит 10 миллионов, значит, за 9900, за 9800 я вам ее продам. От застройщика, я подчеркиваю, да, от застройщика. Если на вторичном рынке вы увидите какую-то квартиру, тоже присылайте. Ко мне обращаются люди для того, чтобы получить лучшие цены. Да, я как бы, как есть, говорю, то есть за счет своих комиссионных и коммуникаций застройщиками, в принципе, и собственниками, и всегда получается сделать и максимально получить, выгрызть, что называется, зубами лучшие скидки для вас. И за счет этого у меня есть как бы поток покупателей, которые ко мне, собственно говоря, и обращаются. 3 миллиона у вас бюджет, или я хочу, как у меня за 2,5 тоже миллиона обратилась на днях девушка, тоже ей как бы пару вариантов прислала, да. Сейчас просадка цены, и есть возможность кое-что предложить. Пускай, да, это такие простенькие объекты, но тем не менее какие-то небольшие квадраты, ну хоть что-то, да, чем ничего. Поэтому обращайтесь по любым вопросам. Все, я вас обнимаю, пойдемте тогда. О, привет, привет. Все, миллион подписчиков у нас, между прочим, уже. Миллион подписчиков. О, ты красавчик! Это Сочи, Краснодарский край. У тебя шнурок развязался. У тебя вот шнурок развязался, и вот сейчас, я все время сыну говорю, у тебя шнурок развязался. Сейчас он, этот, наступишь, и как бы будет это. И как бы в этот. Так, рассказывай, почему не в школе? Уже закончил я. А что, каникулы? Да, уже 4 дня каникул наконец-то, где а живешь? Не 2. Вот тут, в соседнем доме, вот в этом. Вот в этом, вот в этом? Да. А, местный? Да. Родился здесь? Не, ну не родился, 4 года тут уже. В каком городе живешь? Или 5. Ну, раньше на поляне был всего. На поляне? Раньше 2 года как на тебе поляне Сочи? Был. Ну, нормально, только в школе одни пип. Что в школе? Ну, матерное слово. А в школе все плохо? Ну, как сказать? А что-то не нравится? Не нравится в смысле... Не нравится контингент, с кем учишься? Да. Все, я понял, все. Обойдемся сегодня без матерных слов. Ладно. Ну ладно, я тебе желаю удачи, что все было нормально. Смотрю, ты с танцами, да, связано, да? Красавчик, молодец, все.
Левогоры, Андали, Кавказ. Молодец. Все, пацаны, пока. Пока, спасибо. Ну что, сейчас зайду, он опять здесь. Роман Николаевич. О, всем привет. Это Сочи, Краснодарский край. Слушай, ну светлая, ну просторная, ну большая. Ну такие, ты... такие квартиры, что называется, приятно видеть, приятно ремонт не делать, да, я думаю, жить будет приятно. Не сочинский вариант. Да, мы находимся прямо на равнине, в окна прямой вид на Абхазские горы, заснеженные. Это район улица Трубачева, район, значит, Олимпарка. Да вот у нас, ребята, жилой комплекс «Фрукты», которую прекрасно все знаете. Господа, у кого есть квартиры во «Фруктах», кто скоро получает ключи во «Фруктах», дорогие мои, обращайтесь, пожалуйста, мы дадим вам лучшие цены во «Фруктах» и сделаем вам лучшее качество. Так, что мы здесь решили сделать? Да, пока что мы тут здесь, много чего начертили. Здесь но... можно сделать и четырехкомнатную по сочинским, да, если 2 на 2. Ну, человек не стал заниматься экстримом таким, а решили здесь сделать полторашку, значит, по планировке так пробежимся. Короче, полуторка будет крутая, да, у нас? Классная полуторка. Прихожая. Здесь 3 световые точки, поэтому можно поиграться. Вот это у нас часть прихожая, вот желтым обозначена. Открывается не стена, а именно как шкаф-купе, зеркальное. То есть мы это расширяем... пока наше творчество с Романом Николаевичем, все это мы переделаем. Расширяем пространство. Далее, вот здесь стиральная машина, какой-то там шкаф технический. Дальше у нас санузел, огромная душевая кабина, инсталляция, умывальник. Дальше, вот это у нас попадаем на зону кухни. Кухня-гостиная. Кухня-гостиная. Здесь идет столешница. Вот это окно убираем и поднимаем здесь окошко, чтобы столешница у нас была в один уровень. И дальше она переходит в остров, который будет выполнять функцию стола сейчас обеденного. Господа, то есть, чтобы вы понимали, заказчик хочет готовить с видом на горы. Это сейчас их не видно, но в принципе вы понимаете, да? Мы еще снимем, покажем хорошую погоду, вид будет сумасшедший. Да. Значит, вот эту часть здесь сделать нишу, в которую разместить уже холодильник, в которую разместить там духовой шкаф, в которую разместить микроволновку. И получается, вот это идет кухня, обеденная зона. И здесь стенка у нас стоит, и здесь вот это холодильник и так далее, да? Дальше здесь классная гостиная, диван огромный. И вот эта часть, это у нас спальня. Спальню мы как бы вот придумали интересный здесь вариант, я считаю. У нас она вытянутая, но узкая. Как мы это дело обойдем? Вот здесь оставляем стенку, тумбу, это дальше увидите. Соответственно, здесь напротив дивана телевизор. А вход в кухню, получая вход в спальню будет с двух сторон. С двух сторон. То есть вот. Вот это вот спальня, именно кровать стоит большая. Здесь кровать стоит, И вот попадаешь, вот здесь шкафчик можно разместить, здесь непосредственно сама, значит, вот кровать. Вот Роман Николаевич так стоит, вот так и будет кровать, и вот так вот вы будете так лежать. Кровать, лежать будете, здесь будет стенка глухая. Стенка глухая. Входа. И вот еще один вход, и, соответственно, с этой стороны тоже можно разместить телевизор. Да. И шикарный здесь блок кондиционера повесим, не блок, а кондиционер, внутренний блок повесим сюда, двенашечку или что-нибудь такое. Да. А здесь, так как вы смотрите, видите, трасса выведена до кондиционера, вот он слив, сделали вот так вот у нас здесь монтажники. Наверное, блок попробуем повесить здесь, да, внешний, и каким-то образом технически подумать. Ну, решим этот момент, и здесь уже обалденный вид, видно море и с той стороны. Да-да-да, есть вид, вот. Шикарное господа, место, давайте во «Фруктах», мы готовы, кто свежие клиенты с ключами и так далее. Кому сказали бешеные цены в Сочи, давайте мы вам сделаем великолепный ремонт, вы будете в шоке от нашей ценовой политики, и вы будете очень довольны. Но за счет объема мы можем себе это позволить. И здесь будет поквартирное газовое отопление, естественно, везде теплый пол, вот эта часть у нас плиточка идет, здесь у нас идет уже ламинат. Значит, и газовый котел висит в нише на кухне. Да. Все эти вопросы мы проконтролируем. Газовый котел, все это повесится, все это будет сделано. Ну и будем вас потихонечку знакомить, соответственно, со всеми этапами ремонта. Да. В принципе, на днях собственник получит документы и приступаем. Интересное помещение с большим количеством света. Да. То есть здесь можно поработать. Мы уже видим, как здесь будет. Да, руки чешутся побыстрее здесь начать, что называется, и чтобы вы видели. Слушай, результат. Роман Николаевич, в принципе, вопрос, да, вот там 30-20 квадратных метров или 53 квадратных метра.
Ну, сроки выдержим те же? Сроки, я думаю, примерно те же самые. То есть, если, допустим, 33 квадрата мы делаем за месяц, я думаю, что здесь мы сможем сделать за полтора. Все зависит от погодных условий, как, что будет нам разрешать работать и так далее, потому что этот дом уже наполовину заселен. Да. Вот. И как бы здесь тишину нужно будет технические, соблюдать. Юридические особенности. Наверное. Вот. А так, классная квартира. Будете следить за нашей стройкой, за нашим ремонтом. Все. Спасибо тебе. Пока-пока. Все, всем пока.